Как дела, друзья? Меня зовут Майкл, мы сейчас с вами посмотрим на игру под названием Below. Или Белов. Про Белова. Не знаю, то ли Сережа Белов, то ли Саша Белов, то ли Олег Белов. Неизвестно. Ну да, я просто пропустил вступление, потому что оно длится около 15 минут, и вы бы просто-напросто меня бы заковыряли в комментариях за такое вступление. А, в общем, игрушка-бродилка, и я бы даже сказал, какой-то симулятор блохи подкованной. Бродильня блохи, короче, в мире неизвестном. Где все темно, непонятно, неясно, и что-либо разглядеть очень трудно. Мы приплыли сюда на остров, то ли на остров, то ли на какой-то континент, на кораблике. Собрали всяких ништяков, сели у костра. Потом я прошелся по каким-то лестницам, по каким-то травяным землям, подобрал какой-то фонарик, короче говоря. И буквально три локации прошел и снова разжег второй костер, где ни черта не смог сделать. Давайте продолжим. Вот, я не буду с самого начала начинать. Мне хочется посмотреть на суть игрушки вообще. Эмбиент, скажу вам, просто шикарный. Так, выдрал свеклу, да? Или свеклу, или маркелку. Что-то здесь еще блестит. Чё за мода с блестяшками игры делать? Не знаю, что это такое? А, приблизить, отдалить ни черта невозможно. В игре, я сразу предупреждаю, куча фильтров. Просто куча фильтров. На простую графику наложено около двух десятков, я насчитал. Поэтому, скорее всего, это голод. Я чувствую голод. Где? А как мне открыть? Вот, у меня инвентарь. Могу я репку сожрать? Использовать. Вот, хорошо, я сожрал репку. Теперь мы это все выключаем. Я могу взять факел, но будет ли он долго гореть, неизвестно пока. Тут у нас, по-моему, яма. Я не лучше вашего вижу, что здесь вообще происходит и куда нам идти. Я знаю только, где мы можем лазить. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. А если я факел зажгу? Вот. Они же должны меня покинуть, нет? Во, пристали, блин. Мыши летучие. Твали. Вот так. Факел можно теперь выключить, наверное. А, ладно. Подсветили. Значит, нужно искать, наверное, подобный какой-то огонечек, который можно зажечь. То ли это сейф, то ли что это такое. Все в тумане. Блоха в тумане. Ой-ё, тихо. Тихо, не подходи, зашибу. Какие-то твари, то ли ползучие, то ли летучие. Очередной огонечек. Чудное. Что-то нам тут дадут? Нет, мыши летучие, отвалите. Отвалите. Ну возле меня костер горит, ну какого фига? Пошли нафиг. Нафиг. Нафиг засрафик. Я знаю, что игрушка разрабатывалась где-то около 5-6 лет. Скорее всего, за это время она не раз меняла свой концепт. Ну, если вы понимаете, конечно, о чем. И если вам это интересно. И что здесь рандомно генерируемые уровни.
чем это отличается и в чем это проявляется, я пока не знаю. Пока сложно судить вообще. Блин, вы отстанете от меня? Они мешают мне нормально передвигаться. Причем совсем чуть-чуть. Надо еще поесть. И надо еще, наверное, попить. Хорошо. То есть значки поняли, да? Голод, холод и жажда. И игрушку я не то чтобы ждал, мне было просто интересно. Ее как-то на очередном Gamescom'е или E3 показывали. Два раза, по-моему. Два года подряд. Таб? Что? А, таб это карта. Ага, значит, нам проход где-то вот здесь, с этой стороны. Ну, типа, ладно. Сюда я пройти не могу. А, ну это пещера очередная. А тут чё? Что-то светится. Палочка. Есть небольшой крафт. Ну, то есть там стрелы всякие и все остальное. Ну и боевки, как вы видели, да? Это так, чисто для самозащиты. Осколок какой-то или наконечник. А сюда я спуститься могу? Это ловушка? По-моему, да. Но что-то то ли сработало, то ли не сработало. Неизвестно, непонятно. Да, я забыл сказать, что это первый смотр. То есть я вообще не без понятия, что здесь будет, как здесь и чего, почему, зачем, куда. Зачем вот здесь блестят всякие штуки точно так же, как можно... Как и предметы, которые можно подобрать. Мы можем сюда пройти. А можем пойти вот в это... Вот сюда, да. А, куда пойдем? Не знаю, давайте будем заглядывать и искать на задницу блохи приключений. Сюда пойдем. Может, там какой-то клад пиратский зарыт. Да, я был прав, тут сундук. Сундук со сказками нашел. Грибочки. Пожрем грибочков. Пластырь. Факел. Все. А пластырь зачем? Наверное, расчет на то, что я... А, вот зачем. Понятно. Иди сюда, мазафаки. Сюда. Ага, эти штучки мы собираем. Тут просто иногда у костра высвечивается какая-то дополнительная фигня. То есть иконка готовки и еще какая-то красненькая иконка. И требует там каких-то камешков. Видимо, это то ли души. То ли непонятно что. Но я задел капитально эту нить. Что-то происходит? Может, в следующей локации нас что-то будет ждать опасненькое из ловушки. Можно еще раз зажечь? Или я раз... Блин, я разбил эту фигню. Ну, типа, ладно.
сюда. По карте было, что нам сюда нужно идти. Надо пожрать. Грибов пожрать. А, нет. Мы сожрем вот эту штучку. И у нас еще филе есть. Картошечка. Ну, готовить тоже можно. Во! Я вас не пойму. Вы то убегаете, короче, то нападаете. Чё за прикол? Ничего не понимаю. Ну, давай, иди сюда. Только эту фигню нельзя разбивать. Хоть какой-то свет. Толку, конечно, мало, но... Хоть что-то. Забери эту веточку. Спасибо. И давай зажжем. Тут еще что-то валяется, да? Ага, 12. Что это значит? Какую-то штуку подобрал. Чё за штуку? На карту тоже надо посмотреть. Здесь у нас есть спуск вниз. Значит, нам необходимо, наверное, его найти. Ты не работаешь, да? Или работаешь? Че, головоломка, что ли? Может, еще что-то нужно зажечь? Угу, спуститься я не могу. Что с тобой делать? Могу грибочков насыпать? Нет? Не устроит? Пам-пам-пам-пам-пам. Так, так, так. Что это такое? Кровавый мох. Сготовить. Янтарь, осколок. Нет, не работает. Тут, короче говоря, рецепты нужно создавать, какие-то предметы из трех вещей. У нас их... Ключ от этажа отдельно берется в инвентаре. Ладно. Все течет, то дождь идет, то везде водопадики. Всякие. 25. Что это такое? Это, наверное, мох какой-то. Давайте разожжем костер. А, возьмем вот эту блестяшечку. Что это такое? Нет места. Ага. Ну, я надеюсь, нам дадут что-то скрафтить на этот раз. Может, я просто в полевых условиях не могу этого сделать. А, насчет крафта.
Воду нужно раздобыть. Три палки — это факел. У нас их теперь два. Три осколка — это... гвоздь. Ха! Гвоздь с чем-то не работает. А если мы из янтаря что-то соберем? Какая-то пыльца получится, да? Фосфор. Моха не хватает у нас. Ну, даже не знаю. Я просто думал, что осколок и ветка у нас получится стрелы. Но что-то пока... что-то пока не получ... что это? Связка. Что за связка? А, ладно. Ну и готовить мы не можем, потому что у нас нет воды. Хотя вода, вода здесь кругом. Что я сделал, только что не знаю. Но что-то за 25 вот этих душонок я активировал. Может, тупо сохранился или что? Вполне может быть. Еще один кровавый мох. И где бы водички раздобыть? Тут она течет, конечно, везде, но никаких нет лужиц и тому подобного. Очень странно. Ладно, погнали дальше. Надо тапчик нажать, посмотреть. Это у нас новая точка отсчета. Уровень первый, нам нужно на второй. Ну, соответственно, да. Логично, бро. Логично. Второй. Ладно, только здесь очень темно. Ёханый бабай, нифига себе, я думал это какой-то камешек или ключик или что-то по типу такого, ну... Ясно. А вы серьезно? Это... мне опять с самого начала идти? Ага, смотри-ка, телепорт... ну, телеп... вот оно что. И скорее всего воспользоваться можно этим телепортацией на костре только раз. Ну, в смысле того, что нам нужно 25 душ собрать. И тогда на следующем костре мы сможем активировать, чтобы если мы умрем опять... одна жизнь, короче, у чувака. Если мы умрем опять, то мы сможем с самого берега вернуться, получается, на последний активированный костер.
Угу. Ладно. Но хочется с вами... Блин, факела нет, серьезно? Получается, я все вещи потерял свои. Где эта ловушка гребаная? Тут? И вернуть их нельзя. Ты что такое? Что-то плотное было. Это шмот. Ага. Взять все. А, выйти. Не, подожди, я же не все, наверное, взял. Вот, теперь я все взял. А... Факел у нас был. Закрепить на один. Хорошо. И бинт. Наверное, на двушечку, да? Ладно. Окей, разобрались. Странное чувство. Игрушка затягивает. Ты не знаешь, что будет дальше и с чем ты столкнешься. По сути. Но в то же время... Какое-то чувство странное оставляет она, которое тебя не покидает. У меня, допустим, сейчас вот такое впечатление, как будто держит меня кто-то сзади стоит и держит меня за плечи. Что-то пытается мне то ли сказать, то ли объяснить, но тупо молчит. Вот как-то так бы я описал свое чувство от этой игры. Это колья, но мы на них нарвались не здесь. Это наш трупик, видите? Если вам видно, конечно. Там еще одна ловушка. Нам нужно увидеть, куда нам... Ага, можно идти направо, можно идти налево. Что-то, кто-то с камнем что-то делает. Где-то в темноте. Тут растяжка очередная. А, это у нас уголечек упал с нашего зажженного мини-костра. Жрачка торчит. Давайте жрачку возьмем. Темно как в заднице, блин, ни черта не вижу. Пойдем направо. Мое золотое правило хождения налево я нарушу. И, наверное, зря. Ну, сейчас посмотрим. Игра, что с тобой? Начинается вот это, да? Вижу ловушку с кольями. Ух, ничего себе, я что, разделал только что мышь летучую, что ли? С кого я кожу только что снял? Ничего себе. Можем пойти сюда. Чувак? На ловушку только не нарываемся. Почему я... Почему не работает система, когда я факел зажигаю? Или рядом костер? Я не могу.
Я не могу отогнать летучих мышей. Но это же логично. Нам нужно 25 собрать, если что, сохранится. Если мы не соберем 25 штук, мы не сможем сохраниться, и нам придется эти все последние этапчики проходить заново. А они могут измениться. Так что... Погоди, я бы попил... И собрал бы водички. Пока мы здесь. Странная игра себя ведет. Очень странно. Но это в наше время вообще нормально. Вполне себе нормально. Не тестируют игрушки вообще. Мало того, что оптимизацией не занимаются, так еще и не тестируют их. Абсолютно. На баги всякие. Зачем? Тратить деньги, кому-то там давать играть? Нет. Здесь колья. Надо их обойти. Че вот ты дергаешься? Растяжку вижу в траве. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. А тут прохода нет. Нет, должен быть. Наверное, вот здесь внизу, да? Ох, вас сколько тут. Я офигею, короче. Сейчас у меня погаснет факел, и будет полная задница. Одни убегают, другие нападают. Пойдем сюда. И что, я вернулся? Это волк? Мясо. Что-то мелкий волк какой-то. Наверное, мы там волка завалили или какую-то зверушку. Хотя нет тут. Нет, нет, летучих мышей. Еще одна. И еще одна. Факелов нет. Темень ни черта не видно. Темень как-то стрёмно идти. А можно мне... костер где-то раздобыть. У нас же дофига всего тут. Поедим. Поедим. Мох. А что из шкуры я смогу сделать? Шкура, осколок.
и связка. Стрела. Серьезно? Из шкуры осколка и связки стрела? Причем здесь шкура вообще? И гвоздь. Что это такое? Силки. Ага. Янтарь и связка. Огненная стрела. Ну, 4 штуки, ладно, пускай будет. Просто для того, чтобы место освободить и поэкспериментировать. Понятно. Логика в крафте, конечно, шикарная. Хрен догадаешься. Что с чем? Что там, проход сверху, что ли, куда-то? Нет. Так, мыши. Мышицы. Не беспокоим. Что я подбираю? Что это такое? Ломтик. Ну, типа, ладно. Водичка. Чудно. Попил. А набрать еще? Картошечка. Короче, я отсюда никуда не пройду. Все понятно. Мы тут набрали кучу всяких ништяков. Ништяки себе такие, конечно, но... Или все-таки мы куда-то сможем? Нет, не сможем пройти здесь. Надо возвращаться. Странно. Факелов у меня нет. Я ни черта вообще не вижу. Где тут? Что тут? Ничего не видно. Я постараюсь, конечно, по краешку пройти. Но у меня это не получится. Ясно. Блин, ну вырви глаз вообще. Янтарчик. Растяжку вижу. Там что-то непонятное сидит. То ли лежит. Продуманная блоха, конечно. Здесь у нас какие дела? Только вниз. Понятно. Растяжка.
колья. Все как всегда. А тут я смогу вниз спуститься каким-то образом? Клево, конечно, что камешки светятся, но их бы... Оу-оу! Их бы не сразу поднимать, а, допустим, дополнительной кнопкой. Было бы хорошо. По-моему, мне можно использовать бинт сейчас, да? И что, я восстановил себе здоровье, нет? По-моему, нет. Бинт использовал, но... Ну, зря. Ох, ё. Не, ребятки, это просто задница какая-то, короче. Без факелов здесь вообще ничего делать. Да и сделать не из чего их. На что натыкаюсь? Можно вот так, конечно, еще типа. Фонариком подсветить. Здесь нужен ключ. Очередной растяжка, колья, пройди, пожалуйста, спасибо. Тут какая-то то ли пещера, то ли что это, веточка. А, это просто яма, а не пещера. Травичку кашу, короче, и все. Ключ, где, мазафаки? Наверное, внизу. Вдруг фонарик у меня засветился сам по себе. Типа, ладно. Короче, надо ключ найти. И, видимо... Пройди, пожалуйста, нет? И, видимо, он должен быть где-то... Подожди, тут же вниз проход. Почему я не могу?
Где проход-то? Чуваки. Здесь нет. Только не говорите, что мне нужно возвращаться и искать других. В других мини-локациях ключ. Походу так и есть. А значит, все-таки нам надо было налево пойти с самого начала, друзья. Вот здесь. Да? Да. Куда-то там наверх. Можно бегать, но это опасно. То есть, можно добегаться до ловушки. И тут... очень легко на что-то нарваться. Неприятное. Поэтому геймплей, конечно, затягивается. В таких моментах. И подгрузка, конечно, уровня. Это просто что-то... херовое. Нам по-прежнему налево. Огонек оставим. Или лучше их собирать. Растяжечка. Мыши здесь тусуются. Вроде бы как. Сюда. Ох, ну, хе-хе-хе-хе. Я даже не могу сказать, что это игрушка на любителя. Ключ. Потому что, блин, я не знаю. Возьмем, что нам дают. Очередной ломтик. Ломтик — это жрачка. Шкура. Все. Куда здесь можно идти? Можно дальше налево идти. Непонятно, почему и когда они атакуют. Иногда атакуют, иногда нет. С чем связано? Там что-то лежит. Но я не буду жадничать. И фонарик вот здесь вот посерединке можно тоже зажечь. А здесь еще и наверх можно. Блин. Я вообще-то костер ищу. Чтобы сохраниться.
Хотя сдается мне, что... Ох, блин. Не-не-не, все. Дальше я не пойду. Не пойду. Слишком мало здоровья. Идем, откроем. Дверь. Давай, парень, давай, 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 давай. Не обращай внимания. Здесь нужно иметь чувство ориентировки. А откуда мы пришли? Мы отсюда пришли, снизу. Причем нехилое такое чувство, и идти просто по своим крошкам, чтобы все запомнить, где вы были, где ловушки находятся, где что. Даже при, с фонарем, даже при свете. Нам же вниз, да. Не лезь, засырянец. Ключик, 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 ключик. Использовать. Хорошо. Атмосфера вообще и звуки в пещерах там туда-сюда. Я бы не сказал, что прям я в... Так, знаете, вау, ничего себе, там полное погружение, там туда-сюда. Нет, такого я не чувствую. И не могу объяснить, почему. Эмбиент поначалу, конечно, шикарный. Нет места. Блин, серьезно? Почему нет места? А-а-а. Так, с этим ни черта не получится. Кожа, янтарь и палка. Что у нас получается? Очередная огненная стрела. Ну давай, ладно. Я бы на самом деле больше палок бы собрал и сделал бы факелы. Ну окей. Нет так нет. С этим кровавым мохом ничего нельзя. С этим тоже ничего нельзя. С пыльцой ничего. И с янтарем по-прежнему ничего. Окей. Немножко места освободили. Пускай будет бинтик и еще 4 стрелы. А, правда... Что это, хилочка? Да, похлебка. Угу. Только похлебка восстанавливает нам здоровье. Кроме того, еще оставляет пустую баночку, в которую можно даже водички набрать. Мы же можем в эту пустую баночку набрать водички. Да, набрали. Чудно.
Да, в общем так. В общем, вот так оно. Костер. Короче, проходишь уровень. Первый вот мы прошли, да? Или сначала вступление я прошел, получается. Разожгли костер и можем его на голубой превратить, чтобы сохраниться. В случае чего просто телепортироваться на этаж ниже. И мы сейчас прошли, получается, второй. Короче, вот как-то так оно работает. Угу. И что-то, наверное, можем с вами сделать. Допустим, картошка и еще ломтик. Хилочку нехилую, смотрите, как мы можем зафигачить. Вполне себе окей. Сделай, пожалуйста, ее. Почему нельзя? Может, пока что нельзя? Силу можем увеличить, видите? Ну, теперь почему-то я сделал. Ну, окей. Ладненько, давайте будем заканчивать, друзья. Что, нужно подвести какой-либо итог? Я не знаю, я бы, конечно, прошел эту игрушку, но... Главное, что меня беспокоит, это то, что она может быть однообразной. То есть, по сути, мы в темени, по пещерам лазим, ищем, где ловушки, проходим, ищем ключ, проходим дальше. Ну, сражаемся там туда-сюда, типа я как бы охотимся, да, якобы. И, в принципе, все. Не знаю, насколько она будет развиваться и какие сюрпризы нас ожидают дальше. Но то, чего я опасаюсь, я уже сказал. Вот. Если вы хотите, чтобы мы ее проходили, вы знаете, что делать. А за сим я вынужден откланяться. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. И увидимся в других видео, в других прохождениях. Я вас также буду очень и очень ждать. А пока, пока.